А накануне Дня молодежи с участниками Всероссийского движения «Волонтеры-медики» встретился министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. В Чувашии региональное отделение движения «Волонтеры-медики» работает с 2016 года. Его участники – это студенты медицинского факультета Чувашского госуниверситета, медколледжа и училища. Они помогают медперсоналу в больницах, занимаются профориентацией школьников и просвещением населения. Во время обучения нам дают такой объем информации, очень нужный, который может пригодиться тебе и как в учебе, и в дальнейшей жизни. Это как избежать сахарного диабета, например. Мы спрашиваем медсестер, что, как делать. Они нас учат. Это уже какая-то база. И с этой базы уже легче идти дальше. Ты уже понимаешь, для чего это нужно, ты понимаешь, для чего ты учишься. И ты это делаешь на благо уже, получается, людям. Волонтерское движение в медицине – это особая миссия. Не каждый человек может разделить чужую боль, отметил Владимир Викторов. В рамках встречи также подписали соглашение о сотрудничестве Минздрава Чувашии с региональным отделением движения.